Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know what I've been with. Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами проект Нитро Батл, с вами я, Дмитрий Тимерланов. Мы приехали сегодня в футбольную Мекку Кыргызстана, а точнее в город Кат, на базу футбольного клуба Абдышатар, чтобы выяснить, кто же лучший, зрелищный и техничный игрок клуба Абдышатар. Уважаемые телезрители, впереди нас ждут очень интересные гости, так что будьте с нами. Ну а мы начинаем. Ну что ж, друзья, как мы обещали, у нас сегодня особенные гости. Справа от меня Алса Кемалиев, вратарь клуба Абдышаты и сборной Кыргызстана. А против него сегодня у нас Арбель Амбурцамян, игрок молодежной сборной Армении, а также нападающий клуба Абдышаты. Ребята, давайте вначале я вам объясню правила. Правила нашего проекта очень просты. Ваша задача сделать такой трюк, такой элемент, чтобы ваш соперник его не смог повторить. Соответственно, проигрывает тот, кто первым ошибется три раза. То есть, соответственно, если три раза подряд ошибся Халыс, соответственно, он проигрывает. Правила ясны? Ясны. Ну что ж тогда, ребята, давайте пожелаю удачи вам. И, как говорится, давайте, ребята, покажем красоту. Укам, салча. Давай посмотрим, Матиш.
Братан, что это? Это не легко. Че, братан, второй раунд? Ты помнишь, что ты вратарь, я нападу? Давай проверим. Все, какого? Давай. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. У меня не такая плоская голова, как у тебя, брат. Все понятно уже, да? Проверим еще и сразу, брат. Третий раунд, Арбель. Пришло время реванша. Давай, я готов. Что за вратарский трюк? Давай, смотри. Пятый раунд, Арбель. Давай начнем. Show me, bro. Now I don't ever take time out. My girl bad, but you really find now. Hands go up when all goes down. I'm about to eat up when I'm dropping that sound. I'll drop to the ground, bass so thick. My girl bad won't take your chick. Come for the cheese, no queso, bitch. I'm serving up the heat, better play your shit. I tell him like naps over, about to wake him up. Question me like I gave a fuck. Go
little bitches really hate to love, so I dab quick and I break it up. Y'all fake as fuck, don't step, yeah. Counting all of my checks, yeah. Knowing all of my texts, basic breaking all y'all necks, yeah, yeah. Talking like you tryna bring my vibe way down, yeah. I can't hear nothing, got the music too loud, yeah. Man, we getting lit, man, we're getting lit. Все, да? А? А, смотри. I ain't talking shit, I just like to say the things I feel. I'm a problem kid, they ain't give me nothing. I've been working hard, bitch. Man, I'm on to something. Что, раунд? Давай закончим с этим. Давай закончим. Все? Да. Седьмой раунд, Арбель. Давай проверим силу на ударах. Давай проверим. Базар, нет? Повторишь? Да. Повтори. Ну, постараюсь. Все, жара, понимаешь? Ничейка. Ничейка. Счет по-прежнему 2-0. Мой раунд, восьмой раунд, но я хочу тебе дать шанс. Давай вместе. Кто попадет в перекладину, тому бал. Давай, согласен. Давай вместе. Начинай. Смешно, смешно. А ты что, ёпта? Ну что, Арбель, 9-й раунд. Ну счет 2-0, ты выиграешь, красавчик. Давай 9-й раунд сделаем интересно. Ты подашь, я через тебя удар и забью, я красавчик. Я тебе подам, не забивай, счет будет 2-1. Все, давай. Че, братан, 10-й раунд, счет 2-1 веду. Давай посмотрим, после жонглеров кто попадет в ворота. Давай. Calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would happen. That I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, 'cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my own. A long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends. And I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice, when I roll the dice, then I'm counting you in. Day ones, day ones. No time for fake ones. Got me, I got you. Так близок был, йо. Главный счет на табло, братан. Все, достойно проиграл.
Ну что ж, друзья, вы сами видели, в какой ожесточенной борьбе наши гости выявили победителя. Как по мне, Калус сегодня как голкипер участвовал, но в то же время достойно бился против нападающего. Я думаю, каждый из нас, из телезрителей, сделал вывод. Хочется поблагодарить, ребята, вы показали очень красивую, яркую, напряженную борьбу. И, конечно, пожелать удачи. Спасибо, Калус. Спасибо вам, спасибо. Мрели, ждем таких же красивых голов в сезоне. Друзья, это был проект Nitro Battle. Пишите в комментариях, кто должен быть участником в следующем проекте. Поехали.